lose hope. Don't let go of the promise. It ain't done. Yeah, he's got a plan. Watch him rain down. Доброе утро. Сейчас у нас 8-й, нет, уже 9-й день, и мы находимся в Элате. Мы здесь будем совсем немножко, потом поедем сразу на север. Это, кстати, город с Красным морем. Все, что могу пока про него сказать, ну, это есть целая история. Но в целом Элат достаточно такой, знаете, это больше туристическое место. Вот прям видно, что тут конкретно туристы. У них здесь аптеки больше похожи на большие-большие супермаркеты. Вот смотрите, это аптека называется. Плохо видно, но там просто все, и еда, и медикаменты, абсолютно все. Это мой новый день в Израиле, и начинается он с классного-классного утра, в которое мы поехали на Красное море на снорклинг. Кто не знает, что такое снорклинг, это просто плавание с трубкой, рядом с рыбками, с кораллами. В общем, я думаю, что большинство из вас знает, что это такое. У нас был рядом инструктор по дайвингу, который нам рассказывал, как нужно плавать, куда не заплывать. И это было достаточно весело, тем более меня похвалили за мои навыки ныряния, кто бы мог подумать, да? И я также помогала некоторым девочкам нырнуть, потому что у них не получалось. Вот потом мы сделали пару фоточек и уже поехали просто гулять рядом с морем в городе Эйлат. И у нас были классные посиделки, классные мини-тусовки в торговом центре, после которых мы уже поехали на север Израиля. И там заехали на небольшую, я даже не знаю сказать, на небольшую выставку, что-то вот такое, связанное с шоколадом, шоколадным молоком. И там мы тоже немножечко потусили. Я там взяла себе очень вкусное фруктовое мороженое и совершенно не пожалела об этом. А ребята фоткались в разных локациях, кто у Вани, кто на банане, кто еще где-то. И также там были очень классные фонтанчики, которые прекрасно освежали. Главное не попасться и не промокнуть полностью. А это, кстати, наши любимые мадрихи, которые были с нами весь Таглит, все наши крутые 10 дней поездки. Также по дороге в Тель-Авив мы заехали на кратер Рамон или Рамон. Я надеюсь, что меня не убьют за неправильное произношение. Это земной кратер. Если кому-то будет интересно, можете почитать про него в интернете, посмотреть на картинки, почитать, где он находится. В общем, все в ваших руках. Само название кратера я вам назвала. Кратер Рамон. Рамон, не знаю, боже мой, извините за мое произношение, прошу. Буквально сейчас видим, где вода когда-то пробила скалу, и потом все сверху обрушилось. Видите, вот с той стороны начало скалы, с этой конец скалы. Потом все это обрушилось, а дальше все это было вымыто. Это называется Махтеш. Геология, такого нет нигде в мире. А вообще это просто красиво. Здесь на заградине нельзя. А какая глубина карьеры, еще мне очень интересно. Правда, перепад, это не карьера. Тебя ветер не сдует, не волнуйся. Это 400 метров где-то. 400. Все, фоткаем. А это мы можем все-таки с поворотом сюда прыгнуть. Вот типа вот так. Да, вот так. На нас. То есть вот туда я должен приземлиться. Ага, да. Я посередине, просто слушайте играть. Я прямо аж между прыжком. И лицом разворачиваюсь. Прыжки. Это не строковой смысл. Да, я слышу. А еще там было жарко, ну не так прям умирающе жарко, как в пустыне, но все равно жарища парила такая, поэтому мы ненадолго спрятались под навесом. Кто-то пошел даже купить себе холодный кофе, а я просто тусила с нашими ребятами. После кратера у нас была еще недолгая дорога, в конце которой мы приехали в Тель-Авив и заселились в отеле, где мы должны были провести будущие две ночи. И у нас был целый свободный вечер в Тель-Авиве, который мы провели, гуляя по городу. Я гуляла со своей подругой, с которой я познакомилась как раз на Таглите. И мы очень хорошо провели вместе время. У нас сегодня вечерняя прогулка по Тель-Авиву, так хрень мне мешает разговаривать. Должно это. 23:30, кажется. В общем, это Настя. Она вернулась после карантина ковида. Вот, и мы сейчас с ней гуляем по ночному Тель-Авиву.
половина нашей группы пошла бухать. Мы не хотим бухать. Ой, нет, так читать книжки в библиотеке, поэтому мы просто гуляем. У меня сегодня штативом работают Настины колени. Мы сейчас, можно сказать, в центре Тель-Авива, я думаю, что так. Вот. Тут очень шумно, очень жарко, очень классно. Много разных заведений открыто. И самое интересное, что полным-полно народу. Огромное количество народу, несмотря на то, что сегодня вторник и вечер вторника. Вот я бы сказала, это центр Москвы, только в пятницу. А это вторник. Это еще даже не шаббат. Вот это наш предпоследний день, я чуть не сказала, в Иерусалиме, Израиле. Вот завтра последний, и после этого мы уже едем в аэропорт. Здравствуйте. Происходит вечерняя фотосессия. Фоткается Дарья из журнала «Муда Тель-Авива». Не видно из-за кровати. Давай, хорошо, да. У нас такие видны. Фотографом работает Полина Рейдман. А я сижу и все это снимаю. Мы уже погуляли в Тель-Авиве, уже новый день. Мы до сих пор не спим. Подожди, помедленнее, ладно? Потому что... у нас прекрасный вид из окна. Это мой бардак, балаган, как говорят на иврите. Завтра у нас почти ранний подъем. И завтра нормально? Последний день в Израиле. Да, только там этот, это больно, неприятно, но не как лайк. Есть. Прикольно, я кстати. Очень устала, никакая, знаешь, и сейчас хочу спать. Идти. Завтра новый день, и мы сейчас идем спать, наверное. Нифига не пойдем, скорее всего, спать, давай. Потому что еще бардак этот убирать. Они лайфа, до сих пор фоткаются. Держи. В общем, вот такие вот у меня сумасшедшие соседки. В принципе, я вхожу в число сумасшедших, вы знаете. Я пошла убираться и спать, наверное.